Вот, голуби уже, голубята начали летать. Сегодня второй день. Сегодня 9-й. Вот это голубенок пока крылья тренируется непрерывно. Вот они на кровати на моей. Застилаю ее. А это отец показывает им, как ходить. А этот пошел уже на кухню. Проверяет. Вот они где. Вот смотри, как быстро вырастают. Сегодня, значит, февраль 9 2016 года. Вот он где. Вот непрерывно тренируется крылья. Второй день, как стали подлетать. А до этого только по полу бегали. Это старый. Это тут семечки все выбирает. Это я застилаю им, где покормить на полу. Им интересно тут. А тот на стуле сидит, выбирает крылышки. Просто показать. А это сидит, голубка, там вон она сидит. Сейчас вот убирать все буду, что у них тут. Все, он надулась и сидит. Ой, ой, никак нельзя. Ой, не подпускает. Дикари, никого уже не боятся. Вот так. О, утром начинает вылетать. Первый раз, вот они сидят там, два брата-акробата. Еще ни разу сами не вылетали. Так, так, крылышки, так, под... Да, стоп, стоп. О, могут вылететь, сами не вылететь. Сейчас сидели-сидели, тут и уснули на прилавке. Сегодня у нас 10 февраля 2016 года. Вот они, это голубята беспородные. Дикари называются здесь. Ну, а тот отец он у них там. Так это он, ну да. И вот теперь они как бы вот вылетать сам. Я их до этого выносил сам. Вот под ними, видите, как на полу расстелил. Деревяшками прижал газету, если оправятся где-то здесь. Буду сейчас готовить корм. Горох и пшеница, и семечки. Вот. Здесь тоже где будут они у меня. А тут вот моя кровать. Кровать моя. И вот она, видите, как застелил ее, прижал. А теперь внизу, вот если вверху там что-то упадет от них, внизу не закрывается вот это, Никитина. А дальше закрывается полностью. Володя каждое утро закрывает свою. Видите как? Потому что они туда будут залетать. Ничего. Искусство требует жертв, так и любовь. Вот я гляну только, Никита сидит уже там, своим делом занимается. Володя у нас повар кухонный. Вот он тут что-то тоже щебарничает, моет кастрюльки. Поели мы, позавтракали. Сегодня уже утром записали два ролика. Беседа с Сергеем Козловым. Вот, это наша беседа будет выставлена. Вот только ужатие произошло одного ролика. Сейчас я его запускаю. У меня медленно-медленно идет. 6-7 часов на один ролик, чтобы загрузить. Вот так. Что тут? Вот. Ну и сегодня надо его поставить будет. Да я охота беседую с Сергеем, потому что... О, вылетает. Торжественно. О! Все, первый вылетел, первый вылет. Вот смотрите, как я дождался. Вот они на кровати. А это отец его сейчас к себе привлечет. Вот он и к нему. Это первый раз. Вот он пошел. Сейчас где-то оправится. Все надо подтирать, замывать. Ничего, обойдемся. Вот этот привлекает. А этот тоже. Глядит, двое там, ему охота, но еще боится. Вот так. Вот он где. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, слетел. Радости-то сколько. Ой-ой-ой. Первый раз в жизни своей. Во. А тот пошел к Никите что-то проверять. Что он там делает? Делом занимается, нет? Это голубенок.
А этот голубятам насыпал семечки, все подобрал. Но они еще сами почти не клюют. Так, где-то еще ниточку потеребит. Вот она где. Вот такое наше утро сегодня. Вначале мы... Время еще немного, только 7 часов 40 минут. Я почти сегодня в 2.15 встал ночи. В 3.15, в 3.15. Ну, а уже дальше как будет, отошел. Вот сегодня у нас утро. Тут гликерия хозяйничает. Только не наступай на это вот у меня. Видишь, тут для голубей насыпано. Гляди, как я делаю. Беру семечек. Вот семечек. И сюда сейчас я насыплю. И голубков буду выпускать. Вот они у меня отдыхают, голуби. Вот сейчас я их открываю решетку. Вот открыл. А тут они у меня закрыты. Первый этаж от второго. Где они там? Сейчас посмотреть можно, где. Сейчас мы это сделаем. Вот они где. Вот он где выскочил один. Второй, голубка там сидит. Вон она. Вот. Отец вот он сидит. А это вот два молоденькие ребятишки. Ну, давай посмотрим, что дальше будет. Вот они где. Это утро сегодня. Смотри, гликерия. Ой, как она у меня смотрит их. Ну-ка, гляди с бабой. Надя, вот они, гляди, какие вышли. Какие красивые. Ой, какие красивые. Вот они куда полетели. Вот они, все трое. Вот они, все, пошли. Сейчас будут там они туалет справлять свой. Кормить он их будет. Вот они как. Это, видишь, какой он большой, это справа который. Это отец у них. А это маленькие ребятишки. Голубь и голубка. Вот это вроде голубь, он более пугливый такой. Вот она и мать вылетела. Все четверо здесь. Дикари, в первый раз в жизни держу не породистые, породистые на крыше. Ну-ка, сейчас мы посмотрим, что у них тут есть. Вот она у нее. Вот они лежат у ней. Яйца. Вот она парит их. Я подложил два породистых голубей. Ну, посмотрим дальше, видно будет, что. Вот. Сейчас буду кормить, все убирать, воду наливать. Каждое утро это время, ну это, вот оно где. Ну и как? Ой-ой-ой. Вот они где сидят, вот они где. Видишь, какое утро у нас начинается. Сегодня у нас 13 февраля 2016 года, суббота. Сейчас ждем, батюшка приедет. Вот как у нас все интересно. Вот они где. Им надо дать... Возможность. Наши хлопцы там. Что там делают они? Ну-ка посмотрим. Ну-ка. Дядя Володя, ты пошел в храм топить? Да. Ну давай, там открывай калитку, да, то батюшка приедет. Что тут? Да. Никита принимает вахту. Вот посмотрю, что они тут плитки. Вот так. Ну давай, во славу Божию. Видишь, какая у нас... Ходим, полметра для прохода, метра даже нету. Вот печка. Вот сейчас буду заниматься своим делом. Вот они где. Так, вот только вылетела, вот отправилась. Вот кто ее там учил? И уже обратно залетела, сидит на огне. Никто ее не посылает, это заложено в ней. Все, вот такая мать, а то, говорит, кукушка. Голуби это очень хорошая пара, моногамная у них. Все время он с одной. Ну, он ухаживает за другими, но так, для виду, хорохорится пижон. Ну, еще. Понравилось, гликерия? Понравилось, скажи, да. Вот они. Кормить сейчас будет их. В клюв. Берет клюв, берет к себе в клюв. Маленький просится. Они просятся. Как гоняются они за родителями-то. Покормить надо.
он там кормит. Это вот кормит, он ему там отрыгает. Крылышки свои пробуют, сами уже вылетают. Все. Месяц не пройдет, уже самостоятельно. Все. Смотри, чтобы там ее не задели, гликерию-то. Вот. На коробке сидят, уже начинает здесь кормить. Утром рано надо накормить. Вот он его отрыжку дает. Дикари. Мне так интересно с ними. А породистые на крыше. Там охраняет их курица. Ой, кошки мои. Вот она где. Просит у него есть. Вот так. Не вижу, куда-то еще один делся. Два голубенка вылетели. Это они у меня уже второй день. Вот так вот вылетают. Это вот сегодня у нас 25 января. 2016 года. Вот только что недавно вылупились голубята. Уже такие большие. Вот они сидят. Большие прямо уже. Ну, конечно, перышки так еще начинают появляться. А это прилетела мать их. Мать. Дикари. А вот это отец подлетел. Притом дикари, абсолютно дикари. С улицы поймал. Вот провожу над ними эксперимент. Как они, хорошие родители, подтверждаю. На улице холодно, они тут быстро уже вывели, сейчас она опять готовится стать матерью. Вот так. И тут у меня, как сказать, заразный ящик был, голубь. Они передают вертлячка болезнь. Посадил их сюда, ничего на них не действует. Они природой держатся. Вот они как. Я этих вытащил голубят. Из гнезда посадил, как они с ними будут вести себя. Ну, вот они. Не очень-то к ним тут подходят. Там накормили, видать, этот трепещет крылышками. Когда просят есть, они вот так всегда трясут. А вон они где. Их семечками прикармливаю. Вот они где. Сейчас свет зажгу, посмотрю, как у них получится. Вот они у меня какие голуби. Вот так. Вот они где. Пошли. В другую комнату на кухню пошли. Видите, как грудь освещает. По-своему красивые, породу и подобию приносят. Вот опять идут сюда. Вот сейчас расстояние до них где-то 1,5 метра. Этот ближе подходит, меньше метра уже подошел, все. Вот, вот эта бумага, где голубята сидят, это 30 сантиметров от ног моих. Вот он подходит. Белые всегда кормили здесь. Хочу их приручить. Это пришла мать их. Вот так. Бежит навстречу. Это отец. Хотя похоже, но я их уже знаю. Пошел вокруг. Вплотную подошел.
Дикарь, привык как. Голубята их видят. Этот зашел возле ног моих, крутится. Нужды нету. Я им сейчас попытаюсь семечко кинуть. У меня тут рядом семечко есть. Гули, 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 гули. Вот они где, улетели. Вот он бросил им семечки. А они сидят. А они у меня сидят здесь, а? Ах, вы мои хорошенькие. А какие у них перышки растут. Вот они какие пошли. Вот он большой какой. Ну-ка, повернись сюда. Покажись. Ой, надо убрать из-под вас. Уже попай. Вот они пошли. Видишь, какие по цвету, на родителей, по роду и подобию. А тут уже ничего не сделаешь. Господь так установил. И передает полностью родители такие, и они. Точная копия. Длинноносая. Вот. Вот снова голубь подошел. Я насыпал семечки. Ну, подошла. Это подошел, кажется, отец. Ну да, отец. Вот они сидят, дубоносики мои. Вот он все подобрал один. Ой, она опоздала, идет такая важнецкая, шатается. Вот так подошла. Ну иди, иди, не бойся. Вот он сантиметров на 40 от меня сидит, ходит здесь. Она ребятишек, но внимание. Вот они какие. Гули, 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 гули. Да мои гули хорошие. А к породистым сходил, они там сидят, скорчужились от холода. Ну вот посмотрю, как дикари, сизари работают. На улице так не понаблюдаешь за ними. Некоторые подбирают то крыло сломанное или какое что-то. А тут настоящая у него жизнь. Они летают, перелетают. Он ее топчет. Дети появляются. Ну, то есть пища намного лучше, чем на воле. В волю пшеница, горох, семечки, пшено. Тут что где достанешь? У меня всего хватает. Ой, мои голуби! Такие маленькие голубята, а уже несет, пошла туда, вот так спустилась в гнездо. Показать надо, где она. Вот она гнездо, у ней там яйца должно быть. Вот там. Я тут присяду, сейчас посмотрю, чтобы второй залетел. Мне закрыть надо его. Вот он. Прям рядом. Вот так. Вот так. Осторожно, осторожно. Я стараюсь закрыть его здесь. Все, закрыл. Ну и все теперь. Теперь малышей туда. Кошек можно выпустить. Вот он. Вот он как раз слетел теперь туда. Вот он сидит. А это сидит здесь.
взрослые и голубята. Вот кормит как. Отрыжку дает им. Отец пришел, это одного кормит, а другой должен. Это так, где-то ушла к дверям, там что-то копается, нашла. Кошек в это время застал. Она нашла какие-то там пылинки, и ей как раз надо погрести. А эти малышня между собой. Вот, первый раз я застал, что кормят. А то только берусь за видеоаппарат, а они уже разбежались. Там свету нету и плоховато видно. А эти пытаются семечки клевать, но еще никак. Они их делают, превращают в молочко, и говорят, птичье молоко, и дают им. На это двое из гнезда. Дикари. Вот вентилятор работает.